Всем привет! Вы на канале Мару-Мару. И здесь все о люксе, о косметике, об уходе за собой, за телом, за лицом и за волосами. Но иногда бывают совершенно другой направленности видео, как сейчас. Первая часть этого видео будет посвящена вот этим часикам. Часикам для моей племянницы. Вообще, изначально я думала о себе, что я буду их носить, но все-таки я поняла, что для нее они будут лучше, и я сделала такой подарок заранее на 8 марта, можно подарить на 14 февраля. Я думаю, что любая девочка, да и девушка тоже, будет рада такому подарку. Очень красивые часики. Давайте сейчас их рассмотрим, и вообще, чем они меня привлекли, я хочу вам рассказать. Произведены они в Китае, честно говоря, чья конкретно марка это, я не знаю, потому что много делается у нас в Китае. Модель называется Лора, цвет пинк. Вот такие часики Лора, там на них и написано. Сейчас мы с вами посмотрим. Открывается, я, честно говоря, думала, когда получилось, что нужно тянуть вот здесь. Очень сильно тянула, хорошо, что не сломала ничего. Оказалось, что открывается вот так. Хочу вам сразу сказать, что эти часики очень напоминают Apple Watch, только они гораздо красивее. Даже, сказала, более нежные и девичьи. Здесь написано, что они могут сопряжаться с Android и с iPhone. У племянницы Android, у меня iPhone, так что мы можем обе носить. Давайте откроем. Посмотрите, первое, что нас встречает, это... Я бы назвала ее промокашкой. Нет, не промокашка на самом деле. Вот такая красивая расписная бумага. Она мне прям понравилась очень. Я обращаю внимание на детали, поэтому я останавливаюсь так тщательно на них потом. Мне очень нравится, что здесь сразу мы видим, какие часики можно приобрести. Голубые, есть розовые, голубые с розовым и вот такие серебряные, блестящие. Как вы видите, у меня блестящий ремешок. Но здесь есть еще один секретик. Давайте достанем часики и посмотрим дальше. Есть ремешочек. Он розовый. На мой вкус, мне нравится он больше, чем вот этот блестящий ремешок. Хотя, мне кажется, что к одежде, конечно, нужно подбирать. Но вот я бы остановилась на вот этом ремешке, именно на розовом. Он совершенно девичий. И мне кажется, понравится любой девчонке. Смотрите, какая здесь девчоночка в этих часиках. На самом деле, они сейчас мне очень подходят, потому что у меня серый свитерок. И они очень хорошо смотрятся именно к этому свитеру. Такое ощущение, что это их продолжение естественное. Очень красиво. Еще розовые губы у меня, просто я реально подготовилась. Даже лучше, чем Мирослава. Теперь еще что есть в комплекте, я хочу показать. Зарядка. Я уже распаковала зарядку, она, потому что уже заряжала часы, потому что долго мы с ними возились. Я покажу, как пользоваться зарядкой. Очень интересный разъем вообще устройства на магнитике, просто примагничивается к часикам. Покажу попозже, и потом заряжается. Ну и инструкция, как пользоваться этими часиками. Я, честно говоря, разбиралась долго, приводила. Потом попросила в итоге свою племянницу, говорю, подготовься, пожалуйста, а ты будешь рассказывать. Поэтому сейчас мы будем снимать видео с ней. Еще я забыла сказать вам, что на часиках была изначально вот такая наклеечка. Я сначала подумала, что вот такие они и есть. Оказывается, это просто наклейка, и потом часики включаются. Оставим ее здесь. Приглашаю Мирославу для дальнейшего знакомства с часами. Всем привет. И мы расскажем, как зарегистрироваться на, ну, подключить их, эти часы, к телефону и какие функции здесь есть. Для начала нам нужно установить вот это приложение, как оно называется? Gloria Fit. Вот, когда мы в него заходим, там будет, нужно будет ввести свой e-mail. А после того, как мы запишем электронную почту, нужно будет вот такой экран появится, и нужно будет сделать пропустить. Здесь у вас будет женский или мужской пол. Мы выбираем женский и делаем далее кнопочку. Надо указать свой рост. Какой у меня рост? Покажу. Вот, указали свой рост, вес. Хорошо, дальше. Указали свой вес. Год рождения теперь нужно выбрать. Хорошо, не мой. Количество шагов. Допустим, тут написано 8 тысяч шагов, тогда мы 8 тысяч шагов и сделаем, мне кажется. Ну, да. Разрешаем Bluetooth. Да.
И теперь делаем, выбираем привязку вот. Браслета. Да, на них нажимаем. Идет подключение. Не знаю, сколько он долго будет. Но пока идет подключение, я покажу вам различные функции, которые есть на этих часах. Можно закачать обои себе, можно поставить свою фотку, там сделать любые. Надо нажать вот сюда. Оп, и здесь будет разные обои, которые вы закачаете. Но вот эти были тут. Сейчас я все покажу. Вот такие мне больше всего нравятся. Ну, давайте оставим прежние. Вот эти мне нравятся. Покажи, какие мне нравятся. Вот эти. Мне нравятся больше всего вот эти. Дальше. Когда мы листаем вот в эту сторону, тут у нас разные такие, ну, измерения, пульс там. А в эту сторону мы такие вот тут иконки. Тут есть также игры разные, запись звука, калькулятор, вот. Давай что-нибудь посчитаем, посмотрим, работает калькулятор или нет. Проверим сейчас. 2 умножить на 2 равно 4. Работает. Здесь еще есть игра. Вот она вот такая вот. Можно поиграть в нее, вот. Там, по-моему, много игр закачивается. Можно музыку слушать, можно измерять шаги, как мы уже увидели, звонить, принимать звонки. Единственное, что, по-моему, с твоего андроида невозможно. Я читала, что только с айфоном пока это работает. Вот я не знаю, это функция или какая? Мы попробуем сейчас, когда подключим. Нет, с этого с андроида можно работать. Вот, здесь есть звонки, разные. А смс можно тут увидеть? Вот, смс мы делаем вот так. Вот у нас экран, и надо слеснуть вниз, вот. И получается у нас вот так. Еще здесь сверху у нас настройки. Можно выбрать, вот сюда нажимать разные функции. Вот, например, я выбрала сейчас вот такой. Мы перелистываем. И вот так вот все это получается, такие иконки. Мне больше всего нравится, что этот экран, вот сколько мы уже пользуемся, сколько настраивали, смотрели, какие функции здесь есть, он ни разу не лагает. Вот это очень хорошо, потому что обычно бывает так. Нажимаешь, ничего не происходит, а здесь все всегда срабатывает. Ну что тут еще можно сказать? Это что, пульс? Да, вот еще пульс можно мерить. Это твой пульс? Нет, он просто... Чей же он показал? 89. Погоду тут можно настроить. Вот фонарик здесь. Такой. Ну, как показать? Ну, просто здесь свет, освещение, поэтому... Что еще показать? Будильник можно поставить, вот. Это очень важно тоже. Ну, сюда заходишь и выбираешь время. Вообще очень много функций. Я уже начинаю жалеть, что я тебе их подарила. А еще мне нравится... Сейчас я немножко присоединюсь. Мне очень нравится задняя сторона ремешка. Вот на ощупь она тактильно очень приятна. Такая нежная прямо. Или они ее трогают. Ее вот же. А, да, кстати. Очень приятно. И здесь, давай покажем, что он такие зелененьким загораются. Вот. Наконец, поняли, как показать. Ну, когда часы касаются рук, естественно, происходит замерение, наверное, пульса. Еще шаги там измеряют. Смотрите еще. Ну, насчет зарядки. Сюда нужно какой-нибудь блок. Ну, видимо, здесь нет айфона, потому что от айфона вообще другой этот. От андроида. Вдевается сюда, вставляется в розетку. И здесь вот такая вот штучка. А здесь еще есть вот эта зарядка. Да. Четыре таких кружочка. И, конечно, они сейчас почему-то отходит, но нужно включить. Интересно, что сейчас срабатывает вот наоборот, как магнит, как будто минус на минус. А если мы включим в розетку, то сразу они прижимаются. Может быть, попробовать включить в розетку все-таки? Мы вставляем. Да, сразу прилепился. У нас наконец-то настроилось это приложение. Вот так это все выглядит. Ну, что я куда нажала? Смотрите, здесь настройки часов, мои часы здесь. Они уже соединились? Да. Тут пульс у нас. Вот, оповещение о звонке. Нужно разрешить, все разрешаем. Потом вот смс-уведомление тоже все. Вот, разрешили. Вот мы смотрели видео, где показывается, как это все делается. Там, ну, у этого человека было,
Ну, обои свои мог закачать, только я не помню, куда он заходил. Еще мне, знаете, что нравится? Что этот экран, он такой, как будто трехмерное изображение здесь, такой выпуклый, и как будто через лупу смотришь, да, есть у тебя такое ощущение, очень симпатично это выглядит. Это как на этих Apple Watch. Ну да, тоже так же. История звонков, естественно, пока нет записи, потому что мы никуда не звонили. Мягкие они, когда их надеваешь? Нет, ничего не чувствую. Только если отсюда нельзя звонить и принимать звонки, я буду очень достойна. Давай проверим время у нас. Сколько сейчас? 18:39. Сколько у тебя? 18:39. Да, сидим, ждем сообщения. Попросили, чтобы прислали. Подключилась к интернету, и вот. Обои разные. Также можно сделать свои обои. Например, выбрать изображение, там галерея, и выбрать фото. Ну все. Всем пока. Это были часы Лора. Эти часы. Которые? Очень рекомендую вам они, чем переплачивать за Apple. Очень. Точно такие. То, чего вы никогда не услышите на моем канале. Точно такие же часы. И красивые, да? Да. Можно также выбрать и в мужском стиле. Сейчас покажем. Это у вас здесь мужские? Вот. Такие голубенькие. А еще черные есть, мы смотрели на канале черные, да. Часы мужские. С чем они были? С оранжевым таким покрывом. Магнитах они были. Угу. Ну и все, всем пока. Самое интересное, что здесь на самом деле написано как раз 3D. Это то, что я заметила сама и вообще не видела, что это именно так. Единственное, чем мы расстроились, это то, что WhatsApp с ними никак не контачит. Есть просто сообщение, но именно WhatsApp здесь его нет. Это обидно, потому что очень хотелось бы как раз, чтобы доработали, чтобы именно WhatsApp был здесь. Но пока есть так, как есть. Очень удобно именно вот с этой инструкцией. Здесь все пошагово написано. Написано, какие программы, как их подключать. Написано отдельно для Android и для iPhone. Например, то, что я думала, что в айфоне принимает, а в андроиде нет звонки. На самом деле это не так. Мы уже настроили сейчас телефон, и можно принимать звонки. Вот пока с смс не знаю, с WhatsApp тоже можно поизучать. И здесь очень-очень, на самом деле, много функций. Здесь есть рисуночек, как правильно их носить. То есть нужно, не прижимая к косточке, отступив где-то сантиметр, но точно так же, как если вы используете тонометр, вы знаете, что тоже нужно немножко отступить и носить здесь. Если вы хотите измерить свой пульс, то немножко плотнее нужно часы прижать, носить плотнее. Здесь спорт-режим есть, даже массаж написано. Потом музыка, погода, сон. Вы можете проконтролировать свой сон, сколько в среднем вы спите часов, как частоту вашего пульса, о чем мы уже говорили. В общем, достаточно много функций, даже, мне кажется, больше, чем нужно. Ну, я в основном не пользуюсь, конечно, такими функциями, но вот, например, для меня пульс, шагомер, то это очень важно на таких часиках и очень удобно. Ну и погода тоже. Если вы занимаетесь спортом, тоже можете выставить себе режим спортивный и наблюдать за продуктивностью своих тренировок. Здесь показано отдельно как на айфоне, как на андроиде. И везде есть вот такие рисунки, чтобы не запутались, у кого какой телефон. Вы сможете пользоваться как раз настройками, которые нужны именно вам для вашего телефона. И еще рекомендуется обновить часики, как раз я сказала там обновление, рекомендуется их обновить до новейшей версии, чтобы они еще более правильно работали, хотя они и так, я уже сказала, не лагают, вообще совершенно не сбиваются, все очень круто, может быть, даже установлена уже новая версия, я еще не проверяла. Ну, это такая общая рекомендация. Вообще, конечно, советую купить эти часики, потому что вот как только я их показала у себя в Инстаграме, мне даже одна девочка сказала, можно я у тебя куплю? Не знаю, почему она захотела купить их сразу. Видимо, не хотела ждать, но на самом деле недолго абсолютно ждать. Мне эти часы пришли за 4 дня. Где купить эти часики? Я оставлю вам ссылку. Можете приобрести и делать такие прекрасные подарки своим близким, своим деткам, подружкам или племянницам, как я, или себе.
Приходите под видео, поставьте обязательно лайк этому видео, чтобы оно набрало больше просмотров, потому что я не часто рассказываю о таких вещах, и мне кажется, это интересно. Могла бы еще рассказать о своем ноутбуке, который недавно приобрела. Потому что он у меня вот здесь. У меня компьютер, конечно, есть, но мне было так очень неудобно. Теперь у меня ноутбук, где я могу монтировать, где я могу заставки как раз к этому видео делать. Это все удобнее, конечно, в ноутбуке и рекомендовать какие-то видео. Ну, в общем, все настройки делать там. Ну, сегодня не об этом. Может быть, потом как-нибудь расскажу и покажу, если это интересно. Давайте я продолжу видео косметическими продуктами. Я хочу вам показать сегодня Elemis. Я уже показывала бальзам Elemis, который мне очень нравится. Вот этот вот. Я показывала и розовый, и этот. Вот этот с маслами. Очень мне понравились эти два бальзама. Сейчас я вам хочу показать вот этот бальзам. Он лимитированный, очищающий бальзам Summer Bloom. Интересное название. И здесь совсем не такая крышечка, как у этих бальзамов. У всех бальзамов и больших вот именно такая крышка. А здесь именно белая крышка. Ну, честно скажу, это красивее гораздо, чем белая. Ну, может быть, это какой-то признак чистоты. Я думала, что он будет иметь очень яркий аромат, но нет. Он прям совсем нежный. Посмотрите, насколько совпадает цвет его с цветом баночки. Очень интересно. Ну, такого аромата яркого нет. Вообще, такой прям совсем бальзам и бальзам. Вот так. Может быть, когда буду пользоваться, расскажу. Потому что, видите, он еще новый. Я не пользовалась ни разу, но расскажу обязательно потом о нем. Еще хочу вам показать, заказала на Озоне, просто мне кажется, это важно и нужно, не все знают, что на Озоне есть вот такие, смотрите, здесь можно их так приподнять, ватные палочки, это детские палочки, на самом деле они очень удобны для того, чтобы поправлять макияж, они очень тонкие, давайте я вам покажу в сравнении, я просто покупала раньше японские Межу, и не знала, что есть и у нас такие. Еще думала, как мне теперь заказывать из Японии эти палочки. Так что, не то чтобы это не сложно совершенно, я заказываю очень часто, как вы знаете, из Японии. Но просто эти палочки, с ними заморачиваться. Оказывается, здесь тоже есть у нас. И вот совершенно спокойно можно купить такие тонкие палочки. Ничем они не хуже японских. У меня ничего, правда, не потекло, не размазалось. Ну вот я показываю просто, как это делать. Когда тоненькая такая стрелочка, например, нужно ее как-нибудь подкорректировать. Очень удобно использовать вот такие вот палочки. Оставлю ссылку, вдруг кому-нибудь нужно. Вот я просто заказала именно эти по совету своей подписчицы. Доктор Тутель, что-то такое, ультратонкий. Там есть разные, просто именно вот эти вот опробованы мною уже, поэтому я вам их и рекомендую. Вот. А еще вам хочу показать карандаш от Виктории Бекхэм. Я сейчас не буду его тестировать, потому что я уже накрашена. Но я хочу сказать, что в следующий раз я покажу макияж. И там обязательно будет этот карандаш. У меня оттенок Купер, очень красивый. Он медный. Такие карандаши, вообще вот этот карандаш у меня есть маленький. Его тоже потом покажу. Я считаю вообще эту марку одной из, если не прям самой крутой маркой косметической. И вот эти карандаши, они просто отличные. Во-первых, вот этот цвет можно использовать и под глаза. Вот здесь вот такой, знаете, придает не то чтобы плаксивый, но такой совсем уж прям наивный вид. Молодит. Можно использовать как подложку, можно использовать как красивую яркую стрелку. В общем, мы с вами попробуем в следующий раз все это проделать. Еще теперь я хочу вам показать, что сегодня я выпила последний пакетик коллагена, специально его оставила, чтобы вам показать. Это самый знаменитый коллаген японский. И сейчас уже у меня готов отзыв об этом коллагене, если интересно. Итак, это прекрасный, чудесный коллаген. Но, как я уже и говорила, он довольно пролонгирован. Нужно очень... Не то чтобы даже пролонгирован, все-таки нет, это не то слово. Он долгоиграющий, его нужно ждать долго. Больше всего почему-то вот эти японские БАДы действуют на слизистые, то есть это губы, ну и не только. Просто это очень заметная разница, возвращение молодости, вот прямо вот так вот, да. Но, например, плацента для меня была большей по эффекту, именно вот на слизистые подействовала.
мягкие ткани. Кожа, вот я не могу сказать сейчас точно, потому что я проходила лечение, я практически не пила воду, ну, по моей глупости. Просто я как-то не находила время, где мне эту воду вставить, чтобы ее пить в достаточном количестве. У меня кожа стала очень сильно сухой. Прямо вот на руках даже трещинки появились. Но как бы, когда пьешь коллаген, вроде должен подействовать, да, вот не подействовал коллаген таким образом. Я сейчас перехожу на коллаген Coral Club. Посмотрим, как он будет действовать. Ну, правда, я уже сейчас воду пью, это не совсем будет чистый эксперимент. Но могу сказать, что я думаю, что для всех будет интересно сравнение коллагена от Кораллового клуба и коллагена вот этого японского. Все-таки нет, Корал, я пока не могу найти ничего подобного. Это результат какой-то офигенный. Он с первого раза просто... Третья, четвертая бутылочка уже чувствуется. Здесь, конечно, такого нет. Здесь нужно долго, целый месяц пропить, чтобы увидеть результат и не такой яркий. Ну и плюс это... Мне сказали желе, но это не совсем желе. Это, на самом деле, жидкий коллаген довольно, просто он в стиках. Но гораздо более жидкий коллаген, конечно, Coral. Этот коллаген тоже могу очень похвалить, но все-таки он будет для меня на втором месте после Коралла. Вообще, я попробовать его рекомендую. На вкус он очень похож на манго. Вот эту кашицу от манго. Он, в принципе, и есть с манго. Никакого рыбного аромата я не чувствую. Приятно пить коллаген от гинзы, томата. Он сделан из плавников акулы. Где его купить, я вам тоже оставлю ссылку. Приобретайте, попробуйте. Кстати, ссылка, которую я оставляю, переходите, там быстрая доставка, во-первых. А во-вторых, цена очень хорошая. Это коллаген, по-моему, самая низкая, которую я встретила. Поэтому там и заказала. Очень давно я хотела его заказать. Прямо мечтала, можно сказать, о нем. И вот сейчас заказала. Но какого-то очень яркого впечатления я не могу о нем оставить. Кроме как вот на слизистый он очень хорошо влияет. Плюс еще у меня по... Ну, правда, лечение провела, но по анализам был немножко дефицит белка. Я его восполняла как могла, вы знаете, коллагеном, коралловым. Вероятно, у меня вообще его было очень мало. Я его, скорее всего, восполнила. И вот я думаю, что у меня все-таки он пока идет еще в суставы куда-то. Хотя, опять-таки, если сравнить с коллагеном коралловым, то там почему-то на кожу подействовал. Еще что я вам хочу показать. Это подарок. Подарок от моей подписчицы. Вот. Это палантин красивейший от Dior. Жадо Dior. Мне написала другая моя подписчица, что Жадо это значит радость. Наверное, вы все знали, все, кроме меня. Он еще и так пахнет новым. Он безумно мягкий. Это совершенно неожиданный подарок. Она, знаете, мне показала два палантина. Один серый, другой вот такого цвета. Прямо такой страстный, тигровый. И сказала, какой тебе больше нравится. Я подумала, что она выбирает себе и спрашивает мое мнение, какой цвет лучше. Я говорю, вот этот красивее. Она, оказывается, его прислала мне. Он такой огромный, я его уже надевала один раз, выходила на улицу. Можно вот этой стороной его надеть, вот так он будет такой более стильный. Можно вот здесь вот просто закрепить. Неудобно это делать, потому что у меня здесь микрофон, и у меня вот так вот немножко он колом стоит. На самом деле, ну, вы понимаете, что можно красиво его надеть. А можно два раза свернуть. И... Вот так вот надеть. Мне кажется, вот такой вариант мне подходит гораздо больше. Вот. Можно надевать его под одежду, под верхнюю. Я сделала себе прекрасную прическу. Взъерошила волосы. Ну, в общем, что рассказывать, все прекрасно это знаете и без меня. Очень просто мне приятно получить такой подарок. Так неожиданно. Все это здесь какая красивая окантовка. Очень-очень нравится. Безумно-безумно приятно. Спасибо огромное, Лола. Я просто, знаете, вот себе я ничего не покупала уже очень давно из одежды, помните, да? А вот Лола мне уже прислала такой второй подарок. Именно, не знаю, это как к одежде относится, аксессуары. Все равно, можно сказать, не осталось без... покупок. Какой-нибудь теплый еще. Я надела его. Здесь было довольно прохладно. Сейчас прям очень тепло. И на этом с вами прощаюсь. На этой прекрасной ноте. Пусть вам тоже дарят подарки. Дарите сами их. Приходите по ссылкам моим в описании, где можно найти самые лучшие цены всегда. Я стараюсь их находить для вас. Будьте счастливы от того, что приобрели или подарили.
и красивую всегда. Всем пока-пока.